С 1 по 5 августа в шахматном клубе проводятся квалификационные турниры среди детей по классическим шахматам. В соревнованиях участвуют 30 юных любителей шахмат из Дмитрова и района, а также из Сергиева Посада. В прежние годы в это время проводился фестиваль «Подмосковное лето», популярный среди шахматистов-любителей. В этом году его не получилось провести, и Дмитровский шахматный клуб организовал состязание на выполнение разряда для подрастающего поколения. Сейчас, в конце лета, мы решили собрать ребят для того, чтобы они повысили свою квалификацию. Здесь мы организуем сейчас 3 турнира с нормой 1-го юношеского разряда, 2-го юношеского и 3-го юношеского. Будем играть круговики, каждый с каждым, ориентировочно по 9 партий. И с контролем 1 час. Думаю, что турниры будут напряженные. Ученик лицея номер 4 города Дмитрова Матвей Панфилов занимается в шахматном клубе с 6 лет. Несколько лет занятий шахматами с опытными тренерами принесли плоды. Матвей неоднократно становился победителем соревнований разного уровня. У юного шахматиста достаточно высокий для его возраста общероссийский рейтинг по классическим шахматам. Он отличник не только в шахматном спорте, но и в учебе. Я хочу попытаться попасть в призы все-таки, ну, в первую тройку. Ну, соперники разные здесь есть, как бы, и сильные, ну, и более слабые. Ну, сейчас у меня 2-й юношеский разряд, и я попытаюсь повысить его на 1-й юношеский, а рейтинг у меня 1359 по классическим шахматам. Ну, мне нравится этот вид спорта, потому что, как бы, он сочетает и искусство, и спорт, все в одном, как бы, это не просто игра какая-то, а настоящие шахматы. Мелания Ганжа из школы номер 10 играет в шахматы уже 6 лет. По словам девочки, шахматы помогают ей в учебе и развивают мышление. Я хочу поднять рейтинг, добиться 1-го юношеского разряда, подтвердить его. Начала заниматься, потому что дедушка рассказал. Мне стало интересно, я пришла в шахматный клуб. Тут мне тоже стало интересно, и вот до сих пор играю. Таких детей, как Мелания и Матвей, в шахматном клубе очень много. Самым юным шахматистам 4-5 лет. Сейчас, летом, многие шахматисты отдыхают за пределами города. Но с началом учебного года жизнь в клубе снова закипит. Помимо регулярных тренировок со всеми желающими, здесь проводятся занятия для организованных групп детей. Турнир по шахматам закончится на следующей неделе. В торжественной обстановке будут подведены итоги, лучших шахматистов наградят грамотами.